Прием, друзья, на связи Шадимент, как всегда, Леди Леска. Всем привет! И, конечно же, Нуби Кубик. Привет, друзья! Это достаточно экстренное включение, потому что прямо сейчас у нас есть очень экстренные новости. Дело в том, что вы наверняка помните, а если не помните, то мы вам напомним и расскажем то, что мы здесь далеко не одна деревушка, которая находится на этой территории, нас целых три деревни. Так вот, третья деревня была полностью сожжена сиреноголовым, она просто от нее вот ничего не осталось, он на нее напал предыдущей ночью, и прямо сейчас средняя, следующая, вторая деревня, она готовится к тому, то, что сиреноголовый нападет и на нее. Так что сегодня мы втроем и, конечно же, вместе с тобой отправляемся в эту деревню и посмотрим, что будет происходить, потому что мы не должны сделать так, чтобы Сиреноголовый добрался и до нас. Но ты прямо сейчас пиши в комментариях, знаешь ли ты один интересный факт о нем. Какой звук издает Сиреноголовый, когда спит? Посмотрим, насколько ты хорошо знаешь о нем что-либо, и, само собой, как всегда, ставь лайк и, естественно, жми на красную кнопку подписаться. Но пока что ты пишешь, мы погнали готовить наше снаряжение. Ну что, поехали! Так, сиреноголовые на самом деле это достаточно частое явление у нас, но то, что они начали сжигать полностью, короче, деревни, жители, это вообще ад какой-то. Слушайте, так это вообще от нашей деревни ничего не останется. А как они могут сжигать? Они же не огненные. Слушай, ну, у жителей лава есть, может быть, они как-то делают так, что лава разливается, например, не знаю, либо еще что-то происходит. Так, обязательно возьмите крюки и дрель вот эту, короче, майнинг-машину такую специальную. Да, я поняла. Так, броня, короче, так, видеокамеры беру, короче. Немного ловушек обязательно возьмите тоже, они вам тоже понадобятся. Так, немного аптечек. Да, конечно, там аптечки потребуются, это очень опасное дело. Никто не знает, что произойдет. Броню. Броню обязательно тоже возьмите. Одеваемся, вы одели уже? Так, 1, 2, 3. Так, это сюда, в принципе, так, рядом с киркой, крюк. Так, смотрите, я еще взял доски для того, чтобы мы сегодня построили такое маленькое подобие сиреноголового, чтобы его как-то заманить, и чтобы он как-то подумал, то, что это его, так скажем, друг, что ли, стоит, как его назвать правильно. Да-да-да, вот эти штуки нам помогут, наверное. Все. Так, ну что, поехали? Не в один блок копает, а вот в три. Так что да. Я надеюсь, что мы успеем. У нас хорошая производительность блока будет. Шесть? Три же. Шесть даже, Нубик? Ну, сейчас посмотрим. Да, шесть. В смысле? 3 на 3 же копает. И что-то, может быть, я не так это понял, блоков. Но... Шесть блоков. Ты не считаешь, что... Ну, три блока в ширину, три блока... Нубик, только не возле дома, не надо здесь пока что копать. Так, сейчас что-нибудь докопаешь до нашего тоннеля. Ой, Шеди уезжает. 9. Нубик, я уже поехал. Давайте, нас ждать не будут. Если ты имеешь площадь, площадь 9. Периметр 6. Ты что-то. Стоп, я что-то сам, короче, напутал. Стойте, я все напутал. Периметр 12 получается, если правильно я. Периметр 12. Периметр, или нет? Да, 12. 4 на 3. 4, 4 на 3. Все так, правильно. Я не знаю, что у нас сегодня происходит. Думать, так, стойте. Что? Я забыл, у нас тут река находится, мы с вами проехать-то сможем через эту речку? Так, ай, ладно, что будет, то будет. Проехали. Работает. Слушайте, ну, еще бы мы даже на этой машине не проехали, на самом деле. Было бы очень, на самом деле, непонятно. Так, слушайте, ой, еще каньон какой-то. Ой-ой-ой, проблемы. Проблемы. А нет, все нормально. Не-не, нормально, выйдем. Полный привод, сейчас сзади выйдем спокойно. Просто рулит. Да, сдаем назад, все нормально будет. Слушай, вот это полный вообще. Конечно, самый, что не только надеюсь. Заносит так то, что как будто бы задний привод, честно говоря. Назад ехать сложнее, чем вперед, конечно же. Ну да, потому что иметь не особо что видно. О, вот. Слушай, а вы посмотрите, что они соорудили здесь. Вы прикиньте, так, давайте смотреть быстрее, что они здесь построили. Это целый оборонительный рубеж какой-то. Так, чего делать-то остается, да? Так, мы сейчас с вами идем к главному жителю. Да, конечно, ничего? Почему бы нет? Смотри. Мне кажется, прикольно, да? Тут места очень много. Слушай, да, прилично. Главное сейчас все это дело, чтобы машину здесь спасти. Оставим. Так, я выхожу. Погнали. Да. Так, смотрите. Главный житель спрятался где-то в каком-то доме, в каком-то из большом этих. Может, кузницы тут нет? А вот смотрите, спереди охранники стоят, видимо, жители. А, вот еще алмазы. О, смотрите. Вот они вот все богатство спрятали внутри одного дома, и, получается, все это дело охраняют. Жителя. Ничего себе, слушай, а я думала, они как-то зароют поглубже это дело. Я и так подумала, что в этом доме, потому что тут вокруг жители стоят. Ну да. Так, ну что, погнали, я заходим. Я видела его там, такой важный стоит. Заходи. Пойдем. Здравствуйте. Так, добрый день, вы прибыли. Мы видели то, что произошло с третьей деревни, так что мы хотим, чтобы с вашей деревней сегодня все было в порядке. Мы хотим вам защитить вашу деревню. Это очень хорошие новости для вас, то, что вы прибыли. Дело в том, то, что от той деревни действительно ничего не осталось.
Мы собрали всю древесину, которая у нас была, и успели соорудить вот такую стену. Закапывать вот эти богатства мы просто не успеваем. Так что надежда на то, что вы что-то придумаете. Так, ну у нас план есть, инструменты есть подходящие, так что... Да, надеюсь, я думаю, то, что мы можем прямо сейчас приступать, да. Потому что Сиреноголовый, он, видимо, атакует именно ночью. В таком случае не будем вас задерживать, и если вы защитите нашу деревню, то мы поделимся с вами и золотом, и алмазами. Да, спасибо. Ой, большое, спасибо. Алмазы главное, бы нам точно не помешали бы. Главное, чтобы у нас получилось, а там уже так, остальное потом. Мы пока что пойдем осмотрим местность. Так, Леска, Нубик, короче... Вы идите пока что выберите пойдем. Место, где можно выкопать такую яму, а я пока что пойдем, видеокамеры везде расставлю. Пойдем, посмотрим какую-то площадку давай. Открытую, не застроенную. Может, либо если вот давайте. Здесь может вот. Тут, может быть тут. Да, ну давай еще сзади тут? Посмотрим. Вот в смысле, там вот. Погодите, вы внутри деревни хотите ловушку делать, чтобы Сиреноголовый прям внутрь деревни зашел? А, я бы так нет, не делал точно. Нет. Так, это, давай, наверное, Леска, слишком я рискованно не знаю, будет. Где, я не знаю. Слушай, Леска, ну я не может так... быть тут, может ну, в принципе, вот тут, вот, да, на ровной, я думаю, как так, раз наши размеры, сюда, да. Леска, может быть тут, он же все равно будет да, обходить да, да. Это он будет озеро. Идти ко входу, и мы как раз его заманим. Слушайте, а может вот эту стенку просто Погоди, Нубик, а может быть вот здесь, вот, смотри, вот, за... например, вот здесь площадка супер идеально более... ровная, а, я не Нубик, знаю. А, Нубик, реально, смотри, тут там потому ровная. Что возле вас находится вода, и я боюсь, что он в воду просто зашагает, может быть, и все. Может вода туда, да, мы сейчас выкопаем. Нубик, с помощью крюка выбирайся, если что, оттуда. А что, так, я одну камеру пока поставил. Что нам? Да, он что-то уже зарылся совсем. Да, да, вы можете начинать. Короче, давайте, знаете, так, смотрите. Не, Леска, я вот здесь прям смотри, тут даже травы нет, как будто специальное место. А, давай, я думала, налево, по, из главного входа налево и при выходе из деревни Нубик. Короче, копайте, знаете так, 9 на 9. Это, во, это что так. Ты говоришь? Подожди, это вот этих вот блоков или вот этих вот всех площадей 9 имеешь в виду? Всех площадей 3, а блоков 9 получается. Что-то сложно как-то. Нубик, тогда ну, вот короче, вот длина и все. Ширина должны быть 9 блоков. 9. То есть сейчас у вас получается 9 на... Сколько все, вот так получается? Вот, Нубик, стойте. Подожди, подожди. О, лишнее откопали. Нужно, короче, квадратик такой построить, потому что у нас тоже не бесконечное количество всего. Все, а, вот, там понятно, фейкового понятно. Пола так. И так далее. А глубина такая так. Же, да, получается? Глубина такая же, да? Не, глубину, наверное, глубина? Надо сильно глубину глубоко. Надо побольше сделать. Там Сиреноголовый, он высокий, мне да, кажется, да, он да, вылезет да, оттуда. Так, так, я пока камеру сюда поставлю. Так, так, ничего, мы сюда. Потом достроим с тобой, главный так, периметр да, сейчас да, потом достройте какой? И все. Так, у меня еще 3 камеры осталось. О, так. В этой деревне слушай, грибной ух. Голем, прикиньте. Ух ты, грибной. Красивый. Грибной. А я видела из дома, когда мы разговаривали. Мухомор, короче, бегает прикольный. Какой-то. Слушай, вот эта штука, да, вот это мне нравится, она работает, конечно. Так, готово. Смотря, сюда и последняя камера. Голема посмотреть. Нубик, видишь, так. Она даже камни разносит. Готово. Круто, да? Слушайте, тут такая деревня, на самом деле, тут прям равнины такие везде, что-то, да? Удобно у них, да, местность? Вдаль смотришь, и просто все ровное какое-то. А мы живем, так, у нас как-то прям холмисто. Я знаю, но, может быть, это отчасти задержит. Работают. Это... Что? Она выполняет функцию и кирки, и лопаты. Она вообще да. Мощная, она еще очень так, быстрая. Так, ребят, я к вам спускаюсь, аккуратней. Так, нам надо так, сейчас тут опачки. Заделать. Еще глубже? Так, надо заделывать, короче, сейчас я что-нибудь возьму. Короче, да, можно поглубже. Можно давайте, еще поглубже давайте. Копать по-любому. Ломать так, я пока что заделаю все стенки, все, что тут осталось. Вот таким образом, чтобы ровненько все было. Так, так это сюда выкопаем. Раз, два, три, четыре. Так, давайте. Так, работа. Я сразу забираю. О, смотри, раз, два, три, нашла. Четыре. Слушайте, заберем? Нет, не алмазы, это другое что-то. Так, это что-то другое. Я обрадовалась так. Уже. Так, а вы, кстати, так. Добывайте вот эти одиночные блоки, чтобы пила ровно работала, просто киркой обычной, и все. Так ладно. Будет, наверное, проще даже. Да, потому что она ломает. Давайте, давайте. Так, здесь получается. Я думаю, то, что... Слушайте, мне кажется, еще глубже надо, давайте, реально. Давайте, давайте еще мне кажется, глубже. Это прям еще глубже, реально. А, время есть, так что... Хотя бы нам надо давай. Знать высоту. Высоту так, сильную. Это сюда, это сюда. Так, что-то... Так. Во, вот такую, короче. Вот до сюда сейчас докопаемся, и я думаю, то, что будет более чем достаточно. Все, поняла. Так, сюда. Давай. Сюда. Вот это все лишнее тут убираем. А я сегодня что? Поранен. А, ну хорошо, хорошо. Ну, то, что ты поранился, наверное, не знаю. То, что поранился, это нехорошо, все-таки. Так, ну, возможно, это возможно, да. Так, сейчас вот эту стенку с этой стороны убираем, и практически готово. Стенку убираем, все. Поняла. Да. Короче, тут можно. Ну, вот здесь можно копнуть, наверное, вот этой штуковиной. Опа, все готово. И все остальное убрать так. Так, я тоже пока блоки заделаю. Слушайте, да. Ну, смотрю, так. У нас как-то... Ай, давайте еще на дне, короче, шипы постелим. Так, просто кстати, шипы полностью все закроем. А как мы выберемся? С помощью крючков. Крюк-то специальных есть, спасительный наш Нубик. Так. Да. Так, все. Так, все, давайте заставлять. А что не убрал? Короче, давайте вот начнем с одной стены. А может быть, ее оставить искусственной травой?
Так да, мы так и сделаем, само собой. Да, для мы этого сейчас сделаем еще план собой. И заманить будем бегать перед ним, чтобы он забежал туда. Так, Нубик, ты что делаешь? Щипы. Иголочки. Так, давайте с этой стороны, ой, оттуда, сюда, чтобы мы у одной стенки встали, ой, смотрите, подождите, можно подождите. Будет вот так подвиснуть. Сейчас. Сейчас сами вот себя так, в эту опа, ловушку загоним. Смотрите, чуть Нубик, повыше Нубик, и все. Так, у меня кончились шипы. Подожди, Нубик, я тебя а, открою. Нет, не кончились. Подожди, подожди. Так, во-во, отлично. Так, резко у тебя чуть-чуть. Подожди, Нубик. Резко, слушай, поставь крюк я на поставлю. Всякий случай заранее, потому что я боюсь, то, что чем-нибудь не так произойдет. Стой, подожди. Нубик, не ставь до конца. Ты так, думаешь, давай. Не-не, мы это заделаем. Мы я тут достану отсюда все блоки. Ты можешь уже цепляться, а то не выйдешь отсюда. Я смогу, надеюсь. Ну-ка. У тебя, ты чуть назад отойди, у я тебя поняла, сзади поняла, чуть-чуть да, осталось место. Ты прицепилась к полу. Ой, а почему так? Потому что... О, все, идеально. Я смогла, я вижу, я вижу. Так, все, Лес, опа, все. Так, я доставляю все, что осталось. Ребят, я вылезла. Так, опа, все, готово. Это чудо-юдо. Дай пять. Вообще. Только туда не столкни ее. Дай пять, сейчас, реально, сейчас я как на ежик. Так, что нам... А как нам теперь сделать так, чтобы вот это временное покрытие, оно полностью... А, или нам... А, не, мы сможем. Ребят, мы сможем, смотрите. Не-не, мне кажется, мы сможем, смотрите. А подожди, а почему у меня нет травяного? Я же брала. Так, у меня много, я могу скинуть. Я не брал две штуки. Только не скиньте друг друга, окей? А давайте, и знаете, знаете что столбики поставим, вот где был настоящий где? Край? Вот это а, же? А, да, кстати, можно. Можно, знаете что, по краям, по уголкам сделать булыжник. Ну или вот так, давайте вот так оставим, я, да, я только, если я правильно поставила, потому что я, честно говоря, так, я не знаю, боюсь. Смотри, я прям в угол ставлю именно, по диагонали получается, вот. Вот так должно быть. Сейчас проверим. Так. Не-не, смотри-ка, вот так, все, я поставил. Я дотягиваюсь. Вот с этой стороны. Оп. Так, все. Короче, все, прям... по-моему, правильно. Ой, я боюсь подходить, представляешь, сейчас улетим в собственную только ловушку. Со стороны Нубика, по-моему, неправильно стоит этот блок земли. Возможно, Нубик, не упади, пожалуйста, блок земли. Я могла неправильно блок поставить. Блок земли, да, мы выкопали, короче, как должно быть, оно должно сработать. Нубик, так, аккуратнее. С этой стороны. Так, а вы с той стороны, кстати, дотягиваетесь или нет? Я пока сейчас я вот тут ближайшее делаю. Так, готово. Так, овечка! Слушайте, мне придется ее ликвидировать, к сожалению, потому что спецоперация вся может быть тогда да, провалена, да, 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 если да, мы да. с вами это всех на голову сегодня не поймаем, это будет капец полный. Да. Так, слушайте, а все, мы туда не достаем. Я тоже не понимаю, как быть. Опа! Кажется, началось. Смотрите, вы это тоже видите, да? Я вижу, вижу, появилось. Где он? Он как, с какой стороны? Ребят! Я его через камеру тоже вижу. Слушай, он огроменный. Он через забор на нас смотрит. Слушайте, знаете что? Он как такого быть? Цвета, то что он прямо с небом сливается и ну его да, прям не разглядишь на самом деле. Так, наша ловушка на месте. Все, отлично, туда еще никто не попался, так что никто об этом не знает. Слушай, Шеди, может быть мы с Нубиком прыгаем вот сейчас на забор? Или... А давай на... А, куда? Вот сюда, и его да, переманиваем. Да, можно, кстати, да, давайте как-нибудь, короче, выберемся, либо с помощью... крюков, либо еще что-нибудь. Нужно, чтобы он пошел сюда и как-то его туда столкнуть с помощью нашего вооружения. Надо сначала так. приманить, а потом столкнуть его с помощью оружия. Да. О, идет. Идет, идет. Идет, да? Так, давай сюда, сюда. Он только он очень, очень медленно идет. Он прям очень так, медленно идет. Я на этой стороне, так я перепрыгнула. Так, он, по-моему, за мной, да, идет или... Я так, пока да, не... Ребят, смотрите, вот так сделаем. Ух так, ты. Ну-ка. Аккуратно, а смотрите, у него хпшек-то сколько. Ему просто вообще пофигу на то, что я ему вот это вот разрядил только что. Так, давай-давай, еще-еще. По-моему, немножечко... А, нет, все правильно. Курс правильный, курс сколько правильный. Туда его, туда, давай-давай-давай-давай. Еще почти, чуть-чуть, почти, чуть-чуть. Почти, прям чуть-чуть капелька осталась. Давай-давай-давай. Есть-есть-есть-есть-есть, тихо-тихо. Я получилось, он прям в шипы упал. Добивай. Так. Пойдемте жителю скажем. Жителям пойдемте скажете, жителю скажем то, что а мы это. Мы его поймали. А если он убежит куда-нибудь, нет? Слушай, мне кажется, то, что он оттуда уже не выберется. Хотя голова но... торчит одна, да? Возможно, конечно, все, но я надеюсь, то, что он я все-таки. Я уже не забор заезд помощью крюка, что-то... я пошел говорить. Я что-то не могу зацепиться дурацкий за дурацкий выступ, забор да? с этой дурацкой стороны. Выступ, да, реально, а я вот отсюда будет удобнее. Опа. Слушайте, я, а, прям я тоже, чувствую, да. я вообще прям это. Опа, с крюком натренировалась. Так, заходим. Все, пойдемте. О, дверь была открыта. Открыто было? Они его разве так, не отлично. Видели, думаешь? Так, стоп, секундочку. Это что такое? Не знаю. Стоп, какие-то вопли дикие прям пошли. Что видно тебе? Что? Так, ребята, у меня для вас просто Боже, чудовищные новости. Их что там очень много. Их там очень много. Так, они вдоль забора прямо стоят. Их прям огромное количество спереди, так, спереди, сейчас. Перед главным входом, короче. Либо, может быть, еще где-то. Подожди, а куда, откуда вылезают? Сбоку тоже стоят. Я не знаю, откуда давайте они появились, забора, но их там забора. Просто огромнейшее количество. Они Нубик, они внутри. Они внутри деревни уже, они уже прошли. Нубик, они уже прошли. Так, не ребята, надо было туда залазить, не наверное. Давайте не... полите в них всех. Так, не подпускайте только к главному жителю. Если подпустим, то это просто миссия провалена нет, тогда. Нет.
Нате вам, получайте! Продолжаем, продолжаем! Ребят, не очень сильные, но их очень много вообще-то. Ну, давайте на циркушку, если ты не заметил. Вперед! Нету! Стоим, стоим, стоим! Ребята, они меня назад продавливают, я не могу их остановить никак. У меня не получается. Я поняла, так залезайте. Поддержите немного, поддержите. Залезайте куда-нибудь, Нубик, зачем? Они все ближе и ближе становятся. Да при чем тут мы? Они к нашему жителю идут. Я-то тут пофигу, если они меня достанут. Они жители сейчас достанут. Да, этого. И себя подвергаем опасности. Так, да я понимаю. А вроде все. Вроде их меньше становится. Фу. Сейчас, давай же, давай же, давай же. Вот туда. Брать. Есть. Получилось. А слушай, их, по-моему, не было. А вы видели с другой серьезно? Стороны? Да. Сейчас. Еще один спереди. Еще один спереди есть. Там и слева, аккуратней. И справа. Так. Ну, ой! Йо! Как он меня испугал. У меня сердце чуть не остановилось. Он просто из ниоткуда появился. Я к тебе иду. Так. Так, а там где они? Там слева получаются. Так, слева босс на месте, босс в ловушке, да, босс в ловушке? Да, босс в ловушке. Да, да. Босс в ловушке, все, все нормально. Я иду к вам, я так. Иду сейчас. Давайте валите туда, просто зажимаем все это прям вместе. Реально. Сильное, так, такое, нате вам, получайте вам, давайте сиреноголовые. Давайте на одну линию, чтобы друг друга не задеть. Давайте, да, можно в одну линию встать, и чтобы они просто в одну линию шли. Так, так, почти, почти. Давайте, ребят, о, так, еще немного. Пошло, 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 видимо, хпшки отбавляются. Пошло дело, хорошо, обожаю эту пушку, она очень сильная. Так, еще чуть-чуть. Так, 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 так. Так, и все. Есть. Отлично. Так, сейчас, секунду. На всякий случай я все видеокамеры проверю, что там с других сторон нигде их нет. Так, тут чисто, здесь чисто получается. Так, седьмая камера. Так, это обратная сторона. Все. С остальных сторон все чисто. Слушайте, это на самом деле какая-то дичь. Я просто не понимаю, откуда их столько появилось, вообще, но мне кажется, мы полностью, да, сломали планы этого сиреноголового. Ну, по прям крайней мере, полностью. В ближайшее время точно не смогут прийти. Ха, вот пускай там ловушки находятся. Так, пойдемте. Скажем, пойдемте. Что мы победили. Да, да, давайте, сейчас я так, перелезу. Так, Леска, ты где? Так. Перелезаю. Фух, честно говоря, там чуть не пошло все не по плану, но в конечном итоге мы все-таки это... Мы справились. Мы справились, пока что босс находится в ловушке, но что с ним делать, непонятно, он просто какой-то бессмертный. Ну, я надеюсь, что мы что-то придумаем, что с ним делать. Главное то, что больше они пока что на нас лезть не будут. Ну а вам большое спасибо. Как и обещал, я отправлю вам подарок, сундук с алмазами и золотом. О, спасибо большое. Спасибо большое. Мы, если что, всегда рады помочь. Фух, друзья, ну что же, как-то вот так у нас сегодня получилось. В конечном итоге, это хорошо то, что мы остановили этих сиреноголовых именно на этой деревне жителей, и они не успели добраться до нас. Ну а на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.